прошло 3 недели после дневника. Было еще прохладно, начинал в этом месте первый день. Вот сейчас уже не так прохладно. Тепло. Середина мая. Вот. Ну, цели я уже себе обозначил. Сегодня был на тренинге, смотрел правила, смотрел мысли. Опять еще раз переосознать все, к чему я иду и зачем это я делаю. То есть важно понимать, зачем, к чему и какими средствами я буду к этому идти. Когда будет ясность, понимание, тогда можно будет пробовать и анализировать. А пока есть все таким вот образом. Работа, работа. Следующих полдня работал, реклама. Опять новые товары были. Потом видеоматериал опять готовили. Вот топ-3 на завтра. Продолжить по рекламе работать. Плюс завтра нужно еще будет сделать аналитику и бухгалтерию. То есть 3 цели. Аналитика, бухгалтерия и реклама. Вот. В конце месяца думаю подбить отчет по сделанному и посмотреть результат и проанализировать это все дело. Анализ даст дальше рост. Смотреть, как будет, то есть куда смотреть. То есть глубокий анализ, прокопать, проходить, и я думаю, что все будет по плану. Ну все. Такой день тяжелый. Еще без 5:12, по-моему, уже ночи.